приветствую всех зрителей! С вами Мерлден! И сегодня мы продолжаем проходить игру под названием To The Moon! И в прошлой серии мы остановились о том, что шли до маяка. Давайте же осмотрим это место. Как вот и столбик-то стоит. Памяти Ривервальс. Ривервальс. Жена Джона? Не знаю. Идем! Почти дошли до маяка! Ну хорошо. Постучимся. Тут кто-то есть? Похоже, что нет. Тут абсолютно пусто. Смотрите, маяка отсутствует. Ну, мы все поднимаемся, Ага. И здесь тоже крольчата. Вот и он. Что же нам нужно делать? Посмотреть на кроликов. Кролики. Кролик из цветной бумаги. Такое гораздо сложнее сделать. Эй! Когда мы сходили на той неделе, его здесь не было. Ну да, Джон, наверное, зашел сюда. Только заболел. Он один двусветный, да? Знаете, учитывая, наверное, не так уж просто сложить. Странное хобби. Типа того. О, мобильничек звонит. Какая веселая мелодия. Ой, телефон. Трубочку возьмем. Это вот. Все готово? Ладно, сейчас буду. Почему у тебя такой страшный звонок? Страшный? Да ладно тебе. Он весьма прикольный. Потому что он монстров отпугивает. Давайте, надо возвращаться. Получен бумажный кролик. Хорошо, заберем. Прикарманим. Ну вот мы вернулись обратно в особняк. К нашему коллеге. А я не ждал тебя так рано. Торопишься, словно тут кто-то при смерти. Я была занята кое-чем. Я тоже кое-чем занят. Чем-то, чем обычно называют? Работой. Попридержи коней. Я задержалась только в этот раз. Мистер Пунктуальность выискался. Скажи мне хотя бы, что все готово. Разумеется, готово. Мистер Пунктуальность в деле, а не абы кто. То вошли на диване. Напяливай. Стартуем. Диванчик, полагаю. Он находится здесь. Так, начать не сейчас. Что же нам сделать? Давайте-ка начнем. Давайте не будем тянуть время. Надеюсь, все готовы. Начинаем. Надо же, у нас голова засветилась. Все погрузилось во тьму. Мы видим ослепляющий свет. И теперь в комнате никого нет. А по экрану бегают помехи. Должно быть, это ближайшее доступное воспоминание. Отключить речь для всех, кроме Джонни. Готово. Поехали. В любой момент вы можете узнать ваше положение во времени. Подведите указатель мыши кверху экрана. Давайте подведем. Похоже, мы находимся на самом последней стадии. На старости. И что же нам уже делать? Куда же нам пойти? Гляньте, наши ученые стали более резвыми. Так, зайдемте-ка в эту комнату. Но, к сожалению, это нельзя сделать. Комната заперта. Краткую можно потрогать. Это нет. Что у нас тут такое есть? Какие-то странные белые картины. Что это все значит? Непонятно. Ну, давайте же спустимся. Посмотрим, что находится внизу.
А здесь ничего не изменилось. Все тоже рояль, все тоже столик. На кухню мы не можем пройти, тут, видите, темнота ее захватила. Ну ладно, не больно-то и хотелось. Сюда мы не можем выйти, в туалет тоже, в подвальчик. И в подвальчик мы не можем войти. Эх, и что же нам делать? Может быть, выйти? Какое милое местечко. Оно тоже совсем не изменилось. Посмотрим, посмотрим, что у нас тут. Ага, вот, видимо, тот сырячок. Смотрит на море. Джонни? Какой приятный сюрприз. Не часто у нас гости бывают. Я доктор Ева Розалин. А это... Доктор фон Маттерхорн. Доктор Леонардо фон Маттерхорн. Ой, ну и врунишка. Доктор Нил Уоттс. Вам знакомо агентство Генерация Жизни Зигмунд? А, так вы из агентства. Какое совпадение. Я как раз вам позвонить вам. Лили, принеси нам, пожалуйста, чаю. А если люблю кофе, почему же мне дали выбор? Лили? На самом деле, вы уже нам позвонили. О, и Лили пропала. Мы здесь для выполнения контракта из далекого будущего. Осторожней там! Если свой с обрыва, нам придется перезапускать это воспоминание. Нил, следи за языком. Показывай уважение. Да ну! Это всего лишь программа. Сама знаешь. Я знаю. Это ближайшее доступное воспоминание. И нам нужна его помощь. На худой конец. Просто сделаем перезагрузку. Зачем тратить время на пустые препирательства? Вы... Что мы? Вы здесь для того, что утратить мне на Луну. Ведь так? Да, Джон. Значит, у меня все получилось. Да не очень, как видно. Так, вы можете? Вы можете отправить меня на Луну? Мы не можем. Нас заждало самим. Удастся осуществить это. Почему вы хотите туда? Я не знаю. Не волнуйтесь, но вы можете сказать. Это необходимо, чтобы мы могли осуществить ваше желание. Вам нужна слава, богатство. Должен быть какой-то мотив. Мне жаль. Но я правда не знаю. Я просто... хочу. Ну просто гениальное объяснение. Мне уже ясно, что это будет тот еще геморрой. Тем не менее, Джонни, вот что мы сделаем. Нам нужно добраться до вашего детства. Но слишком далеко, чтобы сделать это за один скачок. Через воспоминания... Поэтому нам придется пробираться через ваши воспоминания с помощью последовательных скачков прошлое. На этом получаем ваше разрешение в недалеком будущем. Когда мы продолжим прямой путь в ваше детство, мы вернемся сюда. И вы должны будете нам помочь повлиять на вас в детстве, так чтобы вы стали астронавтом. Или сели на гигантскую катапульту. Важно то, что вам придется сказать нам больше, чем просто «я не знаю». Если вы можете отправить меня на Луну, я сделаю все, что в моих силах. Отлично. Теперь, чтобы совершить скачок в следующее воспоминание, нам нужен предмет, имеющий для вас важность.
У вас есть какой-нибудь памятный сувенир? Что вы могли начать? Сувенирчик, говорите? Посмотрите-ка, ну это же кролик. Это подойдет. Ну что ж, приступим. Дамы, вперед! Так, и что же нам с этим кроликом нужно делать? Получена заметка. Луна. Нужно сначала подготовить мементо. Мементо? Что же такое? Подготовить или оставить? Ну, давайте попробуем подготовить. Мементо, боже мой! Что это за экран смерти у нас появился? Так, соберите мементо, нажимая на кнопки и прочтите части мозаики. На какую снова нам нужно нажать? Это... И это? Всего лишь-то. Теперь мементо может быть активировано для перехода. Как же нам активировать? Просто тронуться. Активируем. Подождите, а что насчет приватности? Мы постараемся ее не нарушать. Там нет возможно. Но обычно... С этим ничего нельзя поделать. Ну все, мы полетели. Следующее воспоминание. А кроликов в прошлом было еще больше. Боже мой, какая-то жуткая картина. Можно подумать, что Джонни не в своем уме. Лучше видимость взаимодействия. Нас заметят, правда не берешься. О, мы теперь невидимки. Чудно, чудно. Сейчас, сейчас. Довольно? Что за история с этими кроликами? У меня от этого мурашки по коже. Нужно было сначала проверить его историю по психическим заболеваниям. Ой-ой, он перестал играть. Что за? Как он меня услышал? Быть не может. Наверное, это просто честь воспоминания. Воу, как грозно-то. Тогда он точно псих. Так, ладно, прекращай болтать и заменись поиском момента для следующего скачка. О, что за штука? Взаимодействуйте с объектами, соберите 5 замен в памяти. Так, тут не одно мементо. Что же нам взаимодействовать? Может быть, Джонни есть мементо? Джонни? Джонни? Рейли нельзя потрогать? Похоже, что нет. Эй-эй-эй. Мы поднялись наверх. Часики. Часы идут. Но беззвучно. О, не забрали одно мементо. Так, трогаем-трогаем. С этим нельзя взаимодействовать. Тут тоже стоит Джонни. Эй, чувак, как ты переместился так быстро? О, что это такое? Эй, как это потрогать? Старый золотой рюкзак. Что за чудо столетней давности? Я думаю, выясним по ходу. И еще одно мементо. Так, это не трогается. А это что такое? Ганс Христиан Андерсен. Новое платье короля. А мы эту книжечку читали в прошлой серии. А, и еще одно мементо. Эй, старичок. Ну что ты тут смотришь? На белую картину? Стой! Если нам придется объяснять наше присутствие в каждом воспоминании, то я с ума сойду! Не искушай меня! Ой-ой-ой. И что, старичка, нельзя потрогать? Что все это значит? Он не совсем здоров психически. Цветочки. Свежие дикие цветы. Еще один кулешочек получен. Так, ну что же нам еще забрать? Что это?
банка маринованных оливок. Фу, я их ненавижу. Что тут ненавидеть? Это маринованные оливки. Вот именно. Ну тут я понимаю нашего героя. Я тоже эти оливочки не слишком жалую. Звенья памяти собранные. Теперь можно использовать зонт. Кажись, зонт был внизу. Стоп. Да, я не ошиблась. Давайте его потрогаем. Эй, зонтик! Что все это значит? Он поменял цвет. Раз, два, три. Что мы вообще сейчас творим? Хадукен! Гениально! Что это еще за хрень? Какая? Такая! Теперь я буду их разбивать. Ха. Ну хорошо. Моментом. Подготовить. Ах, нам сома зайчку собирать. О, кнопка перерачивается в диагональ. Надо попробовать. Кнопочка. И что нам нужно сейчас сделать? Надо посмотреть. Так и... И вот так. Ха! И у нас получилось! Йо! Мы собрали моменту. Активируем. Снова скачок в прошлое. Похоже на то. Мы идем все дальше и дальше. И сейчас моего маяка. Идет дождик, а внизу туман. Мрачноватая атмосфера. Ну вот, лет как из ведра. Что же мы подальше не прыгнули? А мне нравится. Видимо, мы перескочили совсем небольшой отрезок времени. Нужно найти ключевого момента, или останемся здесь навсегда. Ну, наслаждайся видом. Эй, Джонни. Плюшотка нос. Если честно, я не думаю, что животное имеет право на существование. Меня достаточно велик для вас двоих. Итак, мы нашли могилку. Память Ривервальс. Что нам еще-то потрогать? Маяк? Пойдем-ка на маяк. Вот и все, Ривер. Как и ты. Я смогу присматривать за ней каждый день. Она больше не будет одна. Я наверняка никогда не пойду, почему. Но я остался верен твоему желанию. Я уверен, что Аня благодарна и тебе тоже. Но когда меня не станет... Кто будет присматривать за нами? Что за Аня? Оу, похоже, мы отключили невидимость. Кто вы? Меня зовут Ева. Я просто проходила мимо. Она была вашей женой? Да, ее звали Ривер. Необычное имя. Это должно было произойти. А? Она... Она не должна была так поступать. Но она... Вы не поймете. Даже я не понимаю. Что все это значит? Что сделала его жена? Мне это непонятно. Но кажется, что-то очень нехорошее. Ну вот мы и поднялись на самый верх. На макушечку маяка. Получена заметка. Аня. Что еще за заметка? Так или иначе, шагаем. На самый верх.
Нам еще только лишка искать. Ты как раз вовремя. Я уж был подумал, что ты упала с утеса. Что ты делала? Наслаждалась видом. Что же еще? Мы удачно попали? Удачно! Супер! Лучше не бывает! Да? Ничего особо тут не вижу. Это же маяк! Чего ты ожидала? Там какая-то коробочка валяется. Ладно, садись на той стороне. Сама пробивай себе барьер. В общем, развлекайся. Оу, этот человек ускакал. Ну что ж, коллега, мы тебя догоним. Что это? Что бы то ни было, мы не можем это развить, потому что у нас не хватает двух шариков. Мы потрогали маяк, и один шарик появился. А также сюда Джонни пришел. О, вот и готово. Оказывается, не так уж много надо было сделать. Ладно, раз, два, ну все, мы разрушили. Моменто, подготовить. Итак, снова начинаем татарский процесс. Идеал показывает минимальное количество ходов, за которые можно собрать моменту. Идеально это 3. Ну, посмотрим. Так, попробуем. Вот так. Вот так. И вот так. И у нас снова получилось. Хей! Да мастера решают загадки. Ну что? Это плюшевка нос. Активируем его. И мы вновь перемещаемся. Прямиком в прошлое. А тут какая-то старушка лежит в постели. Похоже, это его жена. Достаточно. После того, как мы заплатим за операцию, у нас останется достаточно денег на это. Так что ты не волнуйся. Ваше спасение. Ты ведь так это называешь, да? Нет, я уверен, мы Прекрати. Не люблю, когда ты врешь. Я посчитал наши деньги. Я знаю, сколько их. Почему ты пытаешься убедить меня? Против моего желания. Нам нужны деньги! На оплату медицинских счетов, Ривер! Я понимаю, как много они для тебя значат, но это... Это уже просто слишком! То есть она... Она даже не... Знаешь, что делать меня счастливой, Джонни? Что? Знаешь? А я знаю... Просто... Я надеюсь, ты мне поможешь. Ривер. Когда принесу документы на моё учение, я не буду их подписывать. Когда ты распорядишься нашими деньгами, решай сам. Но если хочешь исполнить мою волю, я хочу, чтобы ты достроил на них тот дом. И тогда... Каждый день, что ты проживешь там, я хочу, чтобы ты присматривал за ней. Навещай ее, говори с ней, утешай ее. Я не хочу, чтобы она опять осталась одна. А как же ты? Счастлива. Я буду счастлива. Джонни? Да? Посмотри. Скажи мне, что это? Что? Просто скажи мне, что это? Это кролик. Такой же, как и остальные. Что ты делала? Что еще? Ну,
сделан из бумаги. Что еще? Туловище желтое, а все остальное синее. Хорошо. Что еще? Послушай, Ривер. Я написал песню для тебя. Хорошо. Ну, ты хочешь ее слышать? Да. Тебе не нужно было приносить этот рояль сюда. Не было бы хорошо слышно и с открытой дверью. Надо же, в спальню притащил. Какой молодец, какой любящий муж. Ну, послушаем, что он там сочинил. Она называется «Ля Ривер». Что же так избито? Это просто временное название. Да. А, похоже, та самая мелодия, которую играли детишки в том особняке. Кто это Аня, о которой они говорят? И если она так важна, разве мы должны были увидеть ее в его поздних воспоминаниях? Похоже, что обещание он так и не сдержал. Если только... Если что? Ничего. Эй, это самая песня, которую дети играли, да? Наверное, научил их. Знаешь, я не люблю эти сантименты. Я ухожу. Я уже собрал все извини памяти. Тебе подбросить? Или сама поищешь? Остаться искать. Мы сами без твоей помощи найдем. Иди, я догоню. Не скучаешь по тем дням, когда конвертация аудио из памяти в MP8 была легальной? Я унес домой, кажется, больше 2000 песен за первый год работы. Да уж, доктор Оз умеет извлекать выгоду. Но так или иначе, искать момента мы это сравниваем уже в следующей части. А пока что только сохранимся и закончим на этом. Так что всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем счастья и добра! До свидания!